Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и в этой серии нас ждет расследование. Да, дорогие друзья, нас ждет расследование. В общем, для этого прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Да, смотрите, тут эльфийка рядом стоит. В общем, да, давайте, ставьте лайк, раз, два, три. И мы, короче, знаете, что разведаем? У меня такое впечатление, что жена мне изменяет. Да, Рейвен, вы все писали в комментариях, что что-то там нечисто. Евген, проверь, вон даже сын за окном стоит. Вы все такие пишите: Евген, проверь. Так вот, в этой серии мы проверим. И чтобы у нас расследование получилось, сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Или если первый раз тут. Итак, у нас, короче, в деревне прибавились новые жители. И сейчас мы пойдем изучать их и искать нашу Рейвен. Итак, значит, первый житель, смотрите, вот, к нам заехала вот такая вот девочка, Северина, шахтерша. Танцует у меня на яблоках. Ты чё, обалдела, что ли? Довольно милая, да, такая девчонка? Смотрите, да? Какие-то новые жители к нам заехали. Ты чё, младший Евген Бро? Давай, иди, короче, давай, пожать тебе руку. Он такой: я не получил его. Ну ладно, все в порядке. Чего ты там не получил? Короче, знаете что, друзья? Пойдемте изучать еще наших новых жителей. Так, здесь я пока никого не вижу, тут пастушка. А, это наша мать. Ой, блин, наша Маша. Пошутить, она такая: вау, я должен рассказать это моему другу. В смысле должен? Ты что, мужик, что ли? Ты должна. О, смотрите, Тянка, смотрите, короче. Неолина, библиотекарь. Тянка, смотрите, какая нарядная. Обалдеть вообще. А смотрите, какой рядом с ней Василий. Василий с сигарой. Василий, ты че такой лютый, Василий? Так, ладно, пойдемте дальше. Так, кстати, наша Оксанка уже все закончила. Давайте сразу возьмем золото, и чтобы она продолжила. Да, нам, короче, надо взять немножко золотишка, скажем так, 15 штук. Ну, да, немножко. И, короче, нашу Оксанку. А, вот и нашу Оксанку, я уже думал, ушла, да, чертовка? Так, нашу Оксанку. А что ты, нельзя, короче, заставить ее работать? Не понял. Ну ладно, мы ее сможем, да. Мы ее потом сможем заставить, пока она не работает. Устала, короче. Смотрите, вот еще две тянки стоят. Смотрите. Тиара, смотрите, какая милаха такая, да? Слушайте, новые жители очень классные. И вот Дарина, библиотекарь. Обалдеть вообще. А вот, смотрите, новая, Ярослава. А вот еще одна. Элиза. Да, но нам надо найти свою жену. Ну и так, знаете, подозрительно смотреть по сторонам. Вдруг мы ее с кем-нибудь спалим. Потому что, мне кажется, изменяет. Ого, ничего себе. Смотрите, Виолетта. Блин, такая классная Виолетта. Смотрите. Обалдеть. С ушками, глаза красные. Офигенская, я не знаю. Смотрите, какой, короче, Мастер Чиф, он такой: йоу, бро, хеллоу, бро. О, смотрите, какая у нас тут Грета, как это, как ягода, смотрите, наблюдает за мной. Типа она такая: эй, ты чё меня рассматриваешь, ты чё, обалдел, что ли? Ну ладно, мы уйдем. Смотрите, Адриана, маленький ребенок Хика. Смотрите, почапала куда-то, ну-ка. Смотрите, Хика не любит, короче, всех, Хика сидит дома. Кстати, друзья, напишите в комментариях, а вы являетесь Хика? Да, это реально интересно. Напишите в комментариях, вы Хика или нет. Да, это такой тип людей, которые любят сидеть дома и нифига не делать. Ну или типа того. Ну, в общем, поправьте меня, если я не прав. В общем, любят просто дома сидеть и все. Да, вот, Хика, смотрите. Да, напишите обязательно. Ну или не дома, я, может быть, не так понимаю. Напишите в комментариях, как вы считаете. Так, ну что ж. А мы продолжаем дальше идти, так, изучать. Так, я жену пока нигде не вижу. Ну-ка, давайте посмотрим, может быть, она здесь? Нет, здесь никого нету. А может быть, она тут? И тут тоже никого нету. Наши эльфики тут... Пипец народу у нас понаехало, просто дофигища. О, кстати, наш фермер Альтаир. Короче, мой дорогой Альтаир, ты должен еще поработать. Да, ты должен еще собрать вообще все вот это. Давай, пошел. Кстати, как там наша Индра? Мы, короче, говорили,
прикупиться, да. Прикупиться, короче, что-нибудь. Но она так ничего не прикупилась. Да, что, она тут работает? Работает. О, молодец. Смотрите, любовь ко мне растет. 3 сердечка у Индры. Но тихо-тихо, я так-то женат. У нас жена есть Рейвен. Но если она изменяет, она нам больше не жена. Да, друзья, напишите вообще в комментариях, что вы считаете, если она изменяет, то развестись с ней или нет. А что бы вы сделали, если бы ваши вторые половинки вам изменяли? Да, напишите. Это довольно интересный вопрос такой. Так, все, мы пробежали по всей деревне, посмотрели на Оксанку. О, смотрите, еще классная девчонка. Георгина. Смотрите, какой у нее классный свитер. Вау. Мне нравится, да, свитер реально... О, Бэтмен! Бэтмен, ты чё? Ты чё в нашей деревне забыл? Походу дела, в нашу деревню супергерои перемещаются, да. Смотрите, такой Антонио Бандерас такой. Алло, алло. Такой ходит, короче, смотрите, да, по деревне. Такой, так, я пятый, вы десятый. Так, тут у нас, короче, еще один чувак ходит. Какой-то капец, у нас реально очень много новых жителей. Вот это вообще, смотрите, какая такая школьница, Юнона. Такая китайская школьница типичная, короче, пришла. О, кстати, зацените. В дереве дупло появилось. Мы можем в дупло алмазик спрятать. Либо, короче, можем спрятать золотишко. Ой, дождь пошел. Надо, короче, его рубануть. Так, отрубаем дождик аккуратненько. И нам, короче, надо еще поесть, друзья. Да, нам надо обязательно похавать. Если вы кушаете, друзья, то приятного аппетита. Ну, а если не кушать, то идите покушать. О, смотрите, у нас еще там, короче... Блин, да что такое? Что-то у меня прям это... Так, идем сюда. Так, заходим, короче, вот сюда. Так, кто тут у нас? Никого новенького нет. А вон там мы видели новая девчонка. Да, вот она, Элиза. Смотрите, это, короче, наша официантка. Да, смотрите, она в таких прикольных чулках. И у ней, короче, есть, смотрите, идет кексик такой нарисован. Да, новые жители. У нас очень много новых жителей. Так, вот эту штуку вообще, я считаю, надо сломать. Вот так вот. Потому что, помните, здесь, короче, зачаровали нашего Альтаира. Кто смотрел эту серию? Если не смотрели, то идите и смотрите. Да, предыдущие серии все на канале. Да, посмотрите прям серии и как бы это, не шухры-мухры. Так, все, так, а где наша жена-то? Я ее вообще не могу найти. Не знаю, подскажите, друзья, куда она могла подеваться? Она же не как Альтаир могла испариться. Блин, вот это вообще красивая такая. Ходит тут, короче, гуляет. Все со мной здороваются, что-то хотят такие. Евген, бро. Помогите лучше вообще жену найти. Эй, Антонио Бандерас, ты не видел тут, короче, жену? О, смотрите, какая киска. Обалдеть, да, смотрите, хвост, я не шучу. Вот, смотрите, хвост. Офигеть, смотрите, какая тоже батая. Нифига у нас в деревне много каких-то анимешных тянок. Да, прям аниме-тян какие-то приехали и поселились у нас в деревне. Как вам такое вообще? О, смотрите, тут Элиза уже нашла себе подружку. Блин, ой. Эльза, пошутим с ней. Она такая, как крипер взрывается. Не знаю, к чему ты это говоришь, но да, как крипер. Вот этот свинг. На, короче, ня-ня, кущи, свинтус. Тебя надо свести со вторым свинтусом. Пойдем за мной, свинтус, пошли за мной, пошли. Эй, свин, животное, пошли. Пошли за мной, свинтус. Свинтус, пошли. Пошли за мной. Пойдем. Свинтус. А ну тебя нафиг. Не слушаешься нифига. Ну все, мы тут, короче, уже все... О, смотрите, тут что-то две подружки, смотрите, окучивают. А нет, никого не окучивают. Ну слушайте, я нигде свою жену не нашел. Я вот пошел и тут посмотрел, и там... Везде посмотрел, нигде нету, короче. Да, вот я нашел очень много новых жителей. Даже Бэтмена в деревне нашел. А жену так и не нашел. И... Ой, смотрите, маленькая Хика такая ходит, такая. Тюнь. Привет. Давайте с ней пообщаемся. Общаться, она такая. Я слышала историю тебе, ты герой. Ну, как тебе сказать? Можно сказать и так. Я, короче, участвовал в битвах на арене. И вообще, я такой, знаете...
Кстати, вы писали, стань королем деревни. Хорошо, станем королем деревни, да, сделаем себе наряд. Тут младший Евген Бро, ты что тут тусуешься? Тут арбузы выращиваются. О, смотрите, большая Хика. Привет, давайте с ней пообщаемся. А она что-то не верит, что он сам взорвался. Кто взорвался, Крипер или твой муж? Ладно, короче. Я не могу нигде найти. Ё-моё, друзья, напишите в комментариях, что ты такое вообще. А где искать-то, а? Я вообще не понимаю. Так, ну ладно, даже если мы ее не найдем. Кстати, что это такое? О, еще одно дупло, нифига себе. Слушайте, да у нас тут нынчик вообще дофигище. Так, что там дракон разбушевался. Давайте дракона, короче, усмирим. Так, мне нужна косточка. Косточка мне нужна. Блин, да где косточки? У меня нету косточек, что ли? Опа, 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 это очень плохо. Это очень плохо. У меня там... А, не-не-не, есть. Одна, правда, кость. Ну ладно, этого хватит. Сейчас мы, короче, усмирим нашего дракона. Ну-ка, дракон сел. Сел. Вот так-то лучше. Все. Фига ты здоровенный. По-моему, он все больше и больше становится. Капец. Кстати, друзья, вы хотели, чтобы я вырастил нового дракона. Хорошо. В следующих сериях мы постараемся вырастить дракона. Так, а что тут у нас за амбар такой? Ну, как бы, понятно, это мой амбар. Блин, где жена вообще? Фиг его знает, куда наша жена пропала. Я вообще не секу. Кстати, свинки. Путя, путя, так, ну-ка, пак, так, так. Вот сейчас свинтуса одного сделают. О, новый свинтус, короче. И ты со всеми там. Фигарь там, вот сюда подойди, вот сюда, сюда. Что-то вот так, вот так, вот так. Во-во-во, вот так вот. Все. Я вас всех, короче, это, между собой это там. Короче, подружил. Так. Так, спускаемся. О! Жена моя! А ты что тут делаешь-то? Я понял. Она решила посмотреть, куда я спускаюсь. Короче, друзья, вы поняли, что случилось? Она думала, я изменяю, а я думал, что она... Короче, на самом деле она не изменяет, она просто думала, куда я постоянно лазю, что тут делаю. А тут у меня просто растения растут, и она тоже решила залезть, посмотреть, что здесь такое. Ё-моё, давайте пошутим с ней, она такая... Затем волк влюбился в овцу. Чё к чему? Ну ладно, короче. Давайте её, короче, тогда обнимем и чмокнем. Все. Ну что ж, пошли за мной. Отсюда надо тебе вылазить. Давай, я тебе помогу вылезти. Давай, короче, Рейвен, вылази отсюда. Так вот, оба. Давай, Рейвен, Рейвен. О, у меня, смотрите, снежок откуда появился. Хоба. Рейвен, пошли. А, кстати, мы дверьку-то не закрыли, да. Ты больше туда не лази. Ты че, глупая, что ли? Ё-моё, народ. Так, все, идем сюда. В общем, дорогие друзья, вот так вот и закончилась история. Никто никому не изменяет, и вам тоже я не советую этого. Короче, дорогие друзья, кстати, у меня есть идея. А Рейвен тут, знаете, мне на ушко шепнула, что она, в принципе, не прочь даже вот изменить свое имя, потому что скоро крещение, а Рейвен не крещенная. И если мы ее крестим в церкви, то можно будет имя поменять. Ну, вы знаете, люди могут менять свои имена. Да. И она бы хотела какое-нибудь прекрасное имя. Может быть, не Рейвен, а какое-то другое. Напишите в комментариях, как вы считаете, дорогие друзья, назвать Рейвен другим именем или нет. То есть, переименовать человека. В принципе, она не против. Но я буду слушать вашего ответа. Потому что этот сериал ваш... И от ваших ответов зависит исход этого сериала. Да. Пишите в комментариях, переименовать Рейвен в другое имя. Например, там Ариэль или еще как-нибудь. Или не надо. Да. Любое имя, если что, я, короче, у вас спрошу тогда. Если вы скажете, что да, переименовать, в следующей серии я спрошу, на какое. И, кстати, еще такой вопрос. Многие спрашивают, Евген, а где школьник и так далее? Ну, они на втором канале, да, на втором канале выходит с ними видео. Здесь выходит сериал про деревню, а на втором канале у меня выходят просто разные серии. У меня же два канала, Евген Бро. Вы не путайте, друзья, и заходите на оба канала и смотрите. Там все у меня снимаются, и гном, и утка, и школьник, и все. Вот, а на этом канале еще сериал.
В общем, дорогие друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а с вами был Евген Бро, всем пока-пока!